Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале «Мои домашние хлопоты». И сегодня мы с вами приготовим рисовую кашу с тыквой. Тыква у нас после Хэллоуина. Вон какая красивая, с глазами, ртом. Всех напугала, кого можно. Теперь мы ее приготовим. Будем надеяться, что я с ней справлюсь. Отрезала я тыковку, вон она какая красивая. Сейчас почищу, порежу. У нее такая жесткая корочка, что мне это всегда доставляет большие трудности. Ставлю на газ кастрюльку. Наливаю в нее молока и отправляю туда нашу тыкву. Сварилась до полуготовности наша тыква. Сейчас я немножко ее присолю. Но, если честно, я не всегда солю кашу. Иногда я ее не солю, потому что мне нравится, она просто сладкая. Добавлю чуть-чуть туда сахара. И отправлю туда рис. И теперь периодически помешиваю, будем варить 20 минут. Прошло 20 минут. Готова наша каша. Осталось нам положить сюда сливочного масла. При желании вы можете положить изюм, курагу, орехи. В общем, любым продуктом разнообразить эту кашу. Отправляю я сюда сливочное масло. Перемешаю все. И отправляю еще минут на 20 настояться, накрыв крышкой. Но при этом я выключу газ. Thank you.